Этнопарк Дюкча будет располагаться на левом берегу устья реки Дукча, недалеко от зоны отдыха Горняк, где традиционно проходят различные мероприятия – День рыбака, фестиваль «Старательный фарт», «Хабденек» и другие. Сначала строительство шло не очень хорошо, но несмотря на все трудности, уже можно просмотреть общую картину будущего парка. Сейчас на участке производятся работы по бурению скважин под опоры освещения, а также бетонирование центрального променада и центральной сцены. Прораб компании Комтранс Виктор Хашов рассказал «Вечернему Магадану», в чем заключалась главная сложность в самом начале строительства. Объект у нас немножко сложный. Он такой единственный, уникальный в России парк этнической культуры до Северо-Востока. Стартанули мы немножко неважно. Все сложность заключалась в поставках. Очень сложная логистика. Наш генеральный директор Валерий Валиевич сейчас находится в Благовещенске. Он занимается непосредственно отправкой очередной партии материалов, товарно-материальных ценностей сюда, в Магадан. Мы компенсируем все наши отставания, компенсируем все, нивелируем все наши огрехи и сдадим в сроки все, что обещали. Комтранс, контора серьезная, слово держит. Рабочие также устанавливают бордюрный камень и подготавливают дорогу к асфальтированию, укладывая щебень. Уже подготовлено 2500 километров дороги из 4000. Помимо этого, специалисты занимаются прокладкой кабельных линий, устройством тротуаров. Всего на объекте трудится 80 человек.